Привет, друзья! Раннее утро, проснулись сегодня рано очень. Идем по лесу с Надюхой. Повезло мне сегодня опять не в одиночестве по лесу ползать по ночам. Что ж, по плану завернуть в землянку, забрать жилички, забрать все, что мне сегодня может пригодиться, и отправляться дальше до озера. Как будут проходить дела, я не знаю. По последним информации о других рыбаков, там бывали, и результаты плачевные. Живцов у меня мало. Говорят, что живцы начинают уже умирать на крючках. Так что, как пройдет сегодняшний день, возможно, что нас нальем. Но если мы хоть что-то поймаем, это уже будет хорошо, потому что по жирличным рыбалкам в целом я соскучился. Охота вот так вот посидеть на стульчике, посмотреть в разные стороны на флажки. А когда долгожданный загар происходит, ну это уже непередаваемое ощущение. Жирличники меня поймут. Так что, друзья, отправляемся на водоем. Ну, сначала к землянке, а потом на водоем. Вот мы и дома. Все нормально? Осмотрела? Давай, собираем шмотки, не будем много тут сидеть. Жди тут. Не пищи, сейчас соберусь, все, и пойдем. Дальше идем. Что, друзья, отправляемся дальше. Не знаю, землянки даже печку утопил на всякий случай. Пусть будет. Не знаю, я все время, я люблю, когда там печка топится. Всякое может быть, вдруг придется сюда вернуться. Вдруг там рыбу не будут клевать или будут клевать так, что у нас живцы кончатся быстро, нам придется куда-то идти домой или что ли. А сюда зайдем, заодно и можно будет в тепле перекусить. Так вот, надо всегда думать о плане Б. А теперь отправляемся дальше. Что, друзья, тот самый Васька там оказался, который вчера встретился жуцов, пока ловили. Так что, ну, предсказуемо. Он вчера говорит, к вечеру стали жучки попадаться. Рано я ушел, но мне, блин, там сидеть. До ночи тоже нет вариантов, как бы. Тем более я там приходил без ничего съестного. Так, ладно, начнем выставляться. Все места заняли. Вот, долго спишь. А вот иди меня будить. А тюрец, давай. 5 часов вы так стоите, да куда уж раньше? Услышит ли нас? Слышит это разговоры. Или отпустила. Или отпустила. Разговоры, да, шаги. Или опустила, или видно бы. Еще постою маленько. Все, наверное. Бросила, сука. Бросила, наверное. Есть. Есть. Стояла, сука.
Так. Вот такие все. Вот такие клюют. Я в курсе. В курсе тут такие. Пойдем. Друзья, сработка у меня. Так, увидел тоже. Все фигово видно. Утро раннее. Будем надеяться на хороший результат. Хотя бы какой-нибудь. А этот бежит, торопится. Страшно ходить-то по льду. Именно скользко. Потаяло сейчас хорошенько так. Нет живца. Съели все. Сдернула жуца у меня. Какой мелкая, то и есть. А вот тогда она будет ориентир-то, вот это-то. Что твоя ли, моя ли? А у меня так-то они на флажках нарисованы. Че? На флажках нарисованы. А у тебя-то? Ну. Че, еще, еще пусто. Видно, что пусто сразу. Поутащил, сука. Есть, сучка. Опа, тихо. Хорошенькая, блин. Получится. Что хорошо по такому льду рыбачить, по бесснежному, это то, что сработки даже слышно, а не видно. Айда, гони их всех, гони.
Ну-ка, что отсюда, скажи, бегают тут вот всякие. Че? Иди, поиграй с ними. Побольше маленько. Мало побольше. Опа, еще один. Пустим эту. Давай, давай, пошла. Сейчас я буду проводить камеру, и вы скажете, заметили вы, найду или нет. По темноте прошел, не заметил, сейчас увидим. Кто-то строил шалаш. Цель которого непонятна. Да, интересное сооружение довольно-таки. С какой целью он был построен, непонятно тогда. Ночевать в нем не переночуешь. От дождя прятаться не стоит, да и не спрячешься под ним. Так просто. Дети, скорее всего, были. А уже все на месте. Мало, попотащило, да мало. Опять как всегда. Оборвало с крыльями, да и нахуй. Друзья, результат предсказуемый. Как бы, ну пошел уже с той целью, чтобы давно не сидел, посидеть на озерце, но повезло то, что я сегодня не один. Ну хотя не знаю, как повезло. Повезло, скорее всего. Одному тоже тут скучновато.
И пофиг то, что тут место занял Васька, а то с ним повеселее все равно. Пусть он половил, ему нужнее. Я-то куда с рыбой налавливаю. И так наловлено. В свое время было ее предостаточно. А сейчас ходил сюда с целью вот душу отвезти. Да, ну, жалиться не рыбачил, наверное, что недели две. И вполне это нормально все прошло. Жаловаться грех. Найдай погуляли, отдохнули, покушали типа на свежем воздухе. А так, сюда найти с хорошим запасом живца. И желательно быть одному, если хочешь половить рыбу. Чтобы можно было переставляться. Вот Васька сегодня попал тоже. С одной лунки он 4 штучек поймал. Мелкие все. Но вот бывает такое. Справа-слева жилицы стоят, не срабатывают. А вот одна стоит и срабатывает. Так же, как у меня это было когда-то здесь вот. А вот здесь я поставил пяток жерлиц, где в тот раз срабатывали. Поближе к ним сижу, нифига, а вдали вот нет-нет срабатывает. Но приходишь, пустые сработки. Пока идешь по этому скользящему льду, щучка просто срывает живца и все. Все, последнее. Мата вам и домой. Да? Друзья, будем прощаться тихонько. Сейчас выберемся на дорогу. Опять будет идти плохо. Тут по лесу иду, решил маленько отдохнуть. Хоть тут и снег, но идти все равно получше, чем по озеру или по дороге, потому что это одинаково. Ноги сегодня устали из-за того, что они просто вот все время в напряжении. Первую дорогу шли, на озере все время вот это передвижение, не знаю, шаг лево, шаг вправо, подскользнешься, все вот так вот ходишь, с боязнью упасть. Васька сегодня 3 раза навернулся, так что вот опасно, можно разбиться вот так вот, ногу сломать. Ну не разбиться насмерть, я имею в виду, а ушибы себе хорошие получить, так что надо быть аккуратнее. Васька опять убежала вперед меня, вон там она находится, так что я сейчас буду гонять ее. Всем пока, друзья, увидимся. Устал я, капец, но я доволен тем, что произошло. Все, до свидания.